14 июня по инициативе Всемирной организации охраны здоровья отмечается День доноров крови. Сегодня в отделении трансфузиологии областной больницы «Кровь для спасения матерей» сдали запорожские журналисты, работники госслужбы по чрезвычайным ситуациям и представители общественных организаций Запорожья. В этом году Всемирный день донора проводится под девизом «Безопасная кровь для спасения матерей». Рождение ребенка – самое радостное, долгожданное событие в жизни женщины. В прошлом году в нашем регионе на свет появилось более 18 тысяч малышей. К сожалению, не всегда процесс рождения проходит без осложнений как для матери, так и для ребенка. Медики прилагают все усилия для спасения их жизни, а для этого необходимо иметь достаточный банк донорской крови и плазмы. Речь идет о кровопотерях в родах, речь идет о кровопотерях акушерско-гинекологических, любых. Почему? Потому что, как, несмотря на эту проблему, в случае негативного исхода гибнут всегда две жизни. Поэтому особенно актуальна эта проблема. В 2014 году в регионе зарегистрировано 149 случаев младенческой и 3 материнской смертности. Каждая донация крови, утверждают трансфузиологи, это дар, спасающий жизнь. Сегодня в отделении трансфузиологии областной клинической больницы собрались журналисты, работники ГСЧС и представители общественных организаций Запорожья, чтобы сдать кровь и пополнить ее запасы для роддомов, родильных отделений больниц региона. Последний год-два отмечается и по данным статистики по Украине, и мы это ощущаем в нашем лечебном учреждении. Прирост незначительный, но прирост доноров. Это связано прежде всего с популяризацией донорства. Спасибо вам за это на самом деле. Ну и, конечно, не без инициативы Всемирной организации здравоохранения. Для многих запорожских журналистов сдача донорской крови стала регулярным процессом. Среди работников средств массовой информации есть и заслуженные доноры Украины. В областной больнице сейчас проходит месячник донорства, и каждый может внести свою лепту в спасение жизни людей. Это можно сделать ежедневно в рабочие дни с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт.